За местное самоуправление он готов на многое. Рисковал здоровьем, свое мнение высказывал с больничной койки по скайпу, выходил на несанкционированные митинги. Он даже согласен оказаться за решеткой. С подобными заявлениями депутат Серпуховского района Николай Дежур выступал неоднократно на разного уровня совещаниях, встречах, в интервью. Последнее он дал неделю назад, после специального заседания Совета при президенте Российской Федерации на тему «Права граждан на участие в местном самоуправлении». Однако в искренности этого человека есть повод усомниться. 3 года назад с таким же рвением Николай Дежур отстаивал прямо противоположную точку зрения. Объединение, предположим, Серпуховского района и городского округа Серпухов может произойти только в одном случае. И я всегда выступал за это объединение. За, чтобы это было единое муниципальное образование с единым центром. Это выступление можно найти в интернете. Сделано оно в 2014-м. Тогда Николай Дежур, исполнявший в течение 10 лет обязанности председателя Совета депутатов Серпуховского района, стал рядовым депутатом. Этот факт, возможно, и сыграл с борцом за справедливость злую шутку. Из сторонников и единомышленников главы Серпуховского района Дежур перешел в ряды его ярых противников и разоблачителей. Судя по словам депутата, район, в котором Николай Измайлович был не последним человеком, погряз в коррупции. Глава района, он же представитель Совета депутатов. Ну дайте ему еще мантию судьи и все. 10 лет глава Серпуховского района ездил на 600-м Мерседесе. 10 лет. Сегодня проведены торги и приобретен Hyundai представительского класса. Сумма была выставлена на торгах 2,5 миллиона рублей. Совет депутатов, ваш покорный слуга, голосовал за 1 миллион, Совет депутатов принял за 2. С деревянным салоном, вы мне объясните, по свинарникам и коровникам 40% отсутствует дорог вообще на территории Серпуховского района с твердым покрытием. Каким образом на этом представительском автомобиле премиум-класса? И кто на нем будет ездить? Включая всех там с 5 заместителей, начальников управлений, которые аналогично ездят на автомобилях, превышающих сумму 1 миллион рублей. Никаких мер не принимается. Так остро и открыто указать руководителю Серпуховского района на его ошибки не иначе, как крик души борца за справедливость. Однако бурю эмоций у народного избранника вызвало не желание отстоять интересы жителей, а собственная обида. Единственная, самая тиражируемая газета региона принадлежит матери главе Серпуховского района. 3 материала этой газеты были признаны агитационными, тиражи, подлежащими изъятию в отношении меня. Николай Измайлович имеет в виду неудачные собственные выборы Мособлдуму, а возможно и на должность губернатора Подмосковья. Дежур был самовыдвиженцем. И опять обличитель рубит с плеча свою правду-матку. Только как можно сегодня по бюджету сравнить самовыдвиженец с бюджетом коррумпированного, бесспорно коррумпированного? Я настаиваю на этом, поскольку я еще раз говорю, заместитель находится 7 лет в тюрьме за земельные махинации. Сегодня там есть 2 десятка уголовных дел закрыты каким-то чудесным образом. А дальше еще интереснее. Масса обвинений бывшего председателя Совета депутатов в адрес самого главы Серпуховского района. Но куда же он смотрел все это время, главный народный избранник? Парк Дракина, который опять, мы не говорим, что он принадлежит главе Серпуховского района. И как он может принадлежать добросовестному чиновнику? Однако, по общему глубокому мнению, именно ему и принадлежит. Так вот, 18 гектар федеральной собственности было незаконно продано частной коммерческой организации. Есть вступившее, вот 13, в октябре месяца этого года вступило в законную силу решение суда о том, что земля эта подлежит возврату собственнику, законному Российской Федерации, на которой построен гостиничный, ресторанные комплексы. Несколько гостиниц, несколько ресторанов, там конный завод и все. 18 гектар коммерческое предприятие, которое земля была продана незаконно по распоряжению кого? Главы Серпуховского района. Казалось бы, после столь серьезных обвинений никаких отношений не последует между опальным народным избранником и главой. К тому же у депутата районного совета оказалось и собственное мнение на начавшееся преобразование в регионе. 3 года назад Дежур открыто заявил, город и район должны стать одним муниципальным образованием. Сегодня у нас конфликт территорий. И поэтому я всегда настаивал на том, чтобы конфликт территорий, я его называю, потому что поменялся глава, допустим, городского округа Серпухов,
война не прекратилась. Но с момента сказанного дежуром не прошло и 3 лет. И сегодня свое мнение народный избранник поменял с точностью до наоборот. В последнее время на разных встречах, совещаниях, митингах Николай Измайлович буквально рвет глотку за то, что объединение – это нарушение конституционных прав жителей. Он снова вхож к главе района и полностью его поддерживает. Судя по очень колоритной биографии дежура, это ему свойственно – впадать в крайности, однако только тогда, когда это выгодно. Его избиратели хорошо помнят, что псевдоборец свою деятельность начал с беспринципного поступка. За выделенные хозяйствами людям земельные паи он не рассчитался. А дежуру, я скажу, глаза вот прям увидела, я бы сказала, что не будет ему добра за то, что он обманул народ, столько народ, детей, дети страдают, все. Он деньги забрал, продали эту землю нашу кровную, которую люди работали сколько лет на этой земле. И они сейчас богатые, а мы сейчас нищие. Не будет добра. Это очень плохо, когда человек крутит, вертит, хитрит, изворачивается. Для него слова «совесть» и «честь» – просто слова. Он как хамелеон, окрас меняет в соответствии с изменением направления ветра и температуры, но только в политике. Сначала дежур пребывал в «Единой России», параллельно возглавлял ЦИК межрегионального общественного движения «Дачная амнистия», «Народный фронт в защиту русской земли» и общественную организацию «Наша земля». Бывший или нынешний израильский гражданин позиционировал себя в качестве православного патриота. В 2011-м он приступил к созданию политической партии «Новая партия». В 2013-м заделался оппозиционером, покинул «Единую Россию» и переименовал формирующуюся новую партию в новую политическую партию «Колокол». А в губернаторы Московской области шел от официально зарегистрированной партии «Коммунисты России». И это наверняка еще не все, на что способен Николай Дежур.